Короче говоря, это был обычный день, я ел зефирку и радовался тому, что наконец выпал снег. Папа сидел рядом и пытался разобраться, как работает робот-пылесос. Вдруг на кухню ворвалась бешеная мама. Короче, мне все это надоело, я с Нового года вам готовлю салатики, оливьехи, шубы и все такое. Не присела, ни нормально не отпраздновала, не пернула даже. Что ты хочешь, любовь моя? Спросил папа. Короче, если ты до конца вечера не сделаешь мне приятно, это конец. Я решил помочь папе. Пап, ну вспомни, что мама любит больше всего. Папа почесал репу и ответил: деньги? Да нет же, папа, наша мама больше всего любит покушать. Точно, я знаю, что делать. Папа схватил мобильный телефон и начал куда-то звонить. Через час у нашего порога был курьер по доставке еды. Папа быстро накрыл на стол и позвал маму. Любимая, иди сюда. Ну чё? Любимая, это для тебя. А с чем вот эти вот? Это с королевским угрём. А вот эти? А эти с икрой летучей рыбы. Походу я тебя все-таки люблю. Вот так вот в очередной раз суши и роллы спасли нашу семью.